Занятия индивидуальные и групповые формируются по возрасту. Большое значение имеет тип заболевания. Тамаре Власовой 81 год, из них 6. Она живет без обеих ног. Ежедневно женщина занимается физкультурой. Упражнения делает дома и самостоятельно. Но для поддержания организма этого мало. Уроки адаптивной физкультуры в Муромском центре для пенсионерки – физическая и психологическая практика одновременно. Занимаюсь я физкультурой, и все, что здесь, мне очень нравится. Я уже здесь 5-й раз. Постоянно меня приглашают сюда, и я всегда не отказываюсь. Я делаю все гимнастики, все, чего меня заставьте, я все делаю. На занятия в центр приходят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями мозгового кровообращения, проблемами сердечно-сосудистой системы и легочной недостаточностью. Пациенты отрабатывают сложные двигательные навыки, учатся передвигаться с помощью разных технических средств реабилитации. И многие люди не знают, что существует нулевой этап реабилитации. Это информирование. Здесь мы узнаем, как правильно пользоваться техническими средствами реабилитации, костылями, ходунками, палками, как правильно с ними передвигаться для профилактики падения и для формирования правильного шага ходьбы. В центре работает даже пункт проката. Костыли, ходунки, трости участники программы реабилитации могут брать во временное пользование. Причем деньги за это платить муромлянам не придется.